На состоявшемся вчера в мэрии областного центра брифинге глава города Юрий Гришан заявил, что с неопределенностью в отношениях выпускных в дошкольных и школьных образовательных учреждениях Магадана покончено. Выпускные состоятся. Мы договорились и в правительстве, и рекомендации вчера пришли из Роспотребнадзора о том, что выпускные вечера в детских садах проводить можно. Единственное, что это будет учитывать размер помещения, чтобы не было большого скопления родителей, те не три группы, если заканчивать одновременно подготовительные, по одной группе с родителями можно будет проводить. Если не позволяет детский сад, то можно будет проводить такие же мероприятия и в наших учреждениях культуры, в которых, кстати говоря, с определенным ограничением давно уже разрешены проведение культурно-массовых мероприятий. Как известно, уже достаточно давно в столице Колымы функционируют кинотеатры, театр и иные учреждения культуры. Ослабление коронавирусных ограничений стало возможно в том числе благодаря началу вакцинации населения. Последние звонки в магданских школах также состоятся. Правила поведения будут аналогичны выпускным в дошкольных учреждениях. COVID-19 хоть и отступает, но опасность все еще сохраняется.